можно, а? И очень... Мы седьмой вопрос рассмотрели. Обслуживающий нам составил орган... А, нет, это не первый. Предложение такое. Да, первый вопрос. Создается группа наблюдателей. Да, он сидит тут. Он сидит. Сегодня собрались руководители от всех четырех сторон. Это Южная Осетия, Северная Осетия, Грузии, России. Принято решение о вводе миротворческих сил. Миротворческие силы трехсторонние, от Грузии, от Осетии, от России. Россия выступает как нейтральная сила, будем так говорить. Каждая из сторон представляет по одному батальону, это 500 человек. Сегодняшняя встреча — это, естественно, достаточно большой шаг вперед в деле, скажем, ослабления напряженности. Это невозможно говорить. Если нам это удалось, я хочу просто надеяться, что это так, то я надеюсь на очень быстрое, эффективное разрешение данного конфликта. В всяком случае, мне кажется, со сведением. Ну, надо сказать, что в принципе договор, с которым мы заключаем этот первый этап того программистских встреч, которые мы сейчас осуществляем. Видимо, это все будет до 14 числа. Единые миротворческие силы и... Вчера и сегодня в Сухумском морском порту продолжалась погрузка боевой техники Вооруженных сил Республики Грузия на баржах для их отправки в пункт назначения порт Поти. По официальному заявлению начальника штаба Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии с грузинской стороны генерал-лейтенанта Эльбакидзе, сегодня ночью полностью завершится вывоз боевой техники из Сухумского участка противостояния. Вместе с тем, трехсторонние контрольные группы продолжают обнаруживать припрятанную боевую технику конфликтующих сторон. В частности, сегодня, 13 сентября, в Верхних Эшерах, на территории, контролируемой с абхазской стороны, были обнаружены несколько единиц боевой техники. Имеется информация, что обнаружены установки «Град». Мы направляем сейчас представителей с грузинской, абхазской, с российской стороны, и меры будут приняты по этому вопросу. Значит, техника, которая не выводится вовремя, подрывается на месте. Третьи сутки продолжается отчаянная оборона города Сухуми вооруженными силами республики и населением города. Защитники города... Третьи сутки продолжается отчаянная оборона города Сухуми вооруженными силами республики и населением города. Защитники города...
Третьи сутки продолжается отчаянная оборона города Сухуми. Вооруженными силами республики и населением города. Защитники города фактически ведут оборонительные бои без тяжелой техники, которая по достигнутому ранее соглашению была выведена из Сухуми. Тяжелые бои идут с трех сторон. На западном линии обороны бои идут в селе Ачадара, у так называемой дороги Гречка. С северной стороны бои идут вблизи села Тависуплеба. С северо-восточной стороны линия соприкосновения проходит около сел Линдава-Одиши. Глава государства Республики Грузии Эдуард Шеварднадзе продолжает находиться в Сухуми, и сегодня он имел встречу с представителем ООН. Тем временем все интенсивнее происходит артиллерийский обстрел города Сухуми. Среди мирного населения и военнослужащих имеются раненые и убитые. Растет число разрушенных зданий и сооружений. Артиллерийские бомбежки не щадят и российских военнослужащих. Среди них имеются раненые. Погиб рядовой российских вооруженных сил Лейгер Евгений Генрихович. Российская сторона 18 сентября осуществила эвакуацию раненых военнослужащих. Там же в аэропорту произошел обмен наблюдателей, ранее находившихся у противоборствующих сторон. Некоторые грузинские наблюдатели были избиты. Вместе с тем в Кудаутах еще находится 7 грузинских наблюдателей. В связи с этим грузинская сторона не разрешила покинуть Сухуми двум абхазским наблюдателям. Российские и грузинские политики продолжают искать пути выхода из создавшегося положения. Сегодня в Сухуми состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Бориса Пастухова и председателя Объединенной комиссии с российской стороны генерала Шуйкова с председателем Совета министров Автономной Республики Абхазии Жюли Шартавом. На короткой встрече беседа велась о путях выхода из создавшегося положения. Мы сегодня вот здесь вынуждены с большой горечью говорить о том, что срыв этих соглашений, отсутствие доброй воли политиков с абхазской стороны оплачивается сейчас жертвами мирного населения. Он оплачивается жизнями и российских военнослужащих, пограничников, граждан наших, которые выполняли здесь свой долг, охраняя границу, находясь в составе воздушного десантного батальона здесь, на территории Сухуми. Мы за эти два дня потеряли одного человека, совсем молодого юношу, убитым, и 13 человек получили ранения. Мы прилетели сюда для того, чтобы ознакомиться с положением ситуации здесь, в Сухуми, на месте. Я полагаю, что необходимо, конечно, продолжить работу трехсторонней комиссии, переговоры, поиск компромисса, который бы привел к прекращению огня, а значит и к прекращению кровопролития, совершенно необходимо.